Благоустройство в рамках федерального проекта на Ямале, как и по всей стране, ведется с 2019 года. За это время благоустроено 304 общественных и 1126 дворовых пространств. За последние 4 года ямальские проекты неоднократно становились победителями общероссийских конкурсов и включались Минстроем в федеральный реестр лучших практик. Среди победителей наш губкинский Никольский сквер. А всего за время реализации проекта в городе благоустроено 14 пространств.